Всем привет! Сегодня поговорим об удобрении для деток фиалки. Если детка долго сидит на одном месте, плохо наращивает листовую массу, листва слабая, немощная, ее мало, мы можем начать понемногу подкармливать такие розеточки удобрением с содержанием азота. Именно в нем нуждаются слабые розетки. Это важный элемент в удобрении. И как раз, если слабо развита зеленая масса, мы можем ее подтолкнуть к развитию. И еще лучше это делать. Прям идеальный вариант — это весенний период. День уже длинный. И все это будет способствовать росту в комплексе. Ну, естественно, можно так подкармливать в любое время года. С азотом будет развиваться листва, зеленая масса. Это может быть любое удобрение для лиственных растений. Нужно смотреть на процентное содержание азота. Его в составе должно быть больше, чем калия, фосфора и других микроэлементов. Розетка станет крепкой, листва начнет интенсивнее наращиваться. Вот такие вот уже замечательные стартерчики после подкормок. Крепкие. Мощная листовая, блестящая, здоровая. Главное не переборщить с удобрением, так как перекорм также негативно может сказаться на фиалке. Главное не закормить ее. Всегда дозировку уменьшаю в 2-3 раза. И буквально несколько подкормок обычно достаточно. После этого розеточки начинают активно наращивать листовую массу. Если часто удобрять или большое количество удобрения сразу вносить, розетке будет трудно потом остановиться, и она будет жировать. Будет гнать листву, наращивать пасынки, нам это не нужно. Когда мы видим, что розетка уже более преобразилась, доросла вот до стартера, в этот момент мы ее уже не удобряем азотом. Мы начинаем готовить ее к закладке бутонов, к цветению, и удобрение уже нужно другое, с содержанием как раз фосфора и калия. А изначально подталкиваем ее к наращиванию зеленой листовой массы, чтобы ее было достаточно этой листвы, так как из листвы появляются цветоносы. Беру, как я уже сказала, примерно половинную дозу удобрения. Вот такие вот розеточки, стартеры растут у меня в 100-граммовом стакане. В нем первый раз и зацветают. Очень быстро в таком объеме наращивается корневая. Быстро фиалочка развивается. И корни, и листва такие замечательные получаются. Вот таким образом я подкармливаю деток фиалки буквально несколько раз таким удобрением. На этом буду заканчивать это видео. Всем красиво цветущих фиалочек. Если есть вопросы, задавайте. И до новых видео. Всем пока!